Подготовка к соревнованиям по конному спорту чем-то напоминает поход в салон красоты. Благородных животных моют, расчесывают и заплетают им гривы. Все для того, чтобы во время выполнения элементов программы лошади выглядели безупречно. Даниэла из Ханты-Мансийска вот уже полтора года ухаживает за тем, кто помог ей получить ее первые награды – конем по кличке Занилан. С самого раннего детства, с самого рождения я увидела этих замечательных животных и загорелись глаза. И меня не брали почему-то, говорили, что маленькая. В 13 лет пришла, взяли и начала ездить вот на таком вот красавце башкирской породы. Для девушки из Скакуна эти соревнования не первые, поэтому особого волнения она не испытывает. Говорит, что главный секрет победы – это спокойствие. Если наездник не волнуется, то и животное ведет себя смирно. А вот для Маши Катаевой это первый опыт соревновательной деятельности с участниками из других клубов. Поэтому свое выступление она оценивает критически. Говорит, что могла выступить и лучше, если бы не волновалась. Я думаю, что я могла и лучше. То есть я чуть-чуть... я думаю, это потому, что все-таки я недостаточно успокоилась. Я все-таки немного волновалась. Потому что здесь больше людей. Это с региона дети приезжают. И когда тебе неизвестны твои шансы, все равно чуть как-то... более страшно за себя, потому что когда внутриклубные, то есть ты знаешь, кто едет и кто, кто как вообще должен проехать, а когда вот так вот много народу, то даже не представляешь, на какое примерно место ты вообще идешь. 70 юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин из 8 муниципальных образований собрались в Ханты-Мансийске. Правда, в отличие от хозяев соревнований, у всех приезжих есть небольшое преимущество. Они уже давно тренируются на открытом воздухе. А скакуны из Ханты-Мансийска начали выходить гулять на улицу относительно недавно. Только в Ханты-Мансийске есть такое, что можно в закрытом грунте тренироваться. Поэтому как раз-таки Ханты-Мансийск первый, по сути, вышел-то первый раз на открытый грунт именно на соревнования. Именно кто здесь находится. Естественно, те, кто уехали сборные команды уже на выезде, они, естественно, уже вышли на разгрунтовку и уже стартуют на открытом грунте. А вот приезжие команды, у них нет такого, что манежи, у них там есть маленькие бочечки, они, как правило, наоборот, как раз-таки тренируются на открытом грунте. Для них это просто и достаточно, они уже вкатанные на открытый грунт. Соревновательная программа продлится 4 дня, до окончания выходных. За это время лошади успеют показать всю свою грацию в выездке, а также похвастаться выносливостью и послушанием в конкуре, преодолении препятствий. Лучшие наездники будут отмечены призами и возможностью поехать на соревнования регионального и федерального уровня.